Приветище, это потерянный в игре, и мы продолжаем. В прошлой серии мы убежали от медведя Лосяша, и, как ты видишь, сейчас нас ждет лабиринт, небольшой лабиринт, где нужно сделать так, чтобы нас этот медведь до сих пор не догнал. Ладно, пошли. Я сюда, медведь за мной. Я сюда. А медведь может вот так вот и прямо пробежать, да, наверное? А у меня два прохода. Три прохода. Ой-ой-ёшеньки, ну пока все хорошо, слушай. Тут как бы на изи все прошел я. Я счастливо выбегаю дальше, а тут снова. Ах ты негодяй. Значит, смотри, я понял, медведь бегает по красным линиям. Нужно его сейчас тут запутать. Я бегу сюда, он сюда сейчас станет. Медведь, ты идешь, нет? Медведь не идет. Нужно его за собой. Нифига себе, он меня схватил как жестко. А как его за собой? Я понял, как за собой. Смотри, сюда, значит. А, тут не пройти, ясно. Медведка, давай, беги за мной. Беги за мной. Ты должен встать. Ну давай же. А, отлично, кажется, сработало. И вот я теперь бегу сюда. Черт, черт, черт. Ништяк. Я тебя сделал. Блин, да сколько же этих лабиринтов тут. Я бегу сюда. Так, он побежит вот сюда, значит, я бегу сюда. Медведка. Нет, туда я точно не пойду. Он меня схватит сразу же. Ох уж этот медведка. О-о-о, давай. Ой-ой-ой, смотри, вот снизу справа я увидел, короче, сколько лабиринтов мы прошли. Пока что два, еще три впереди. Так, ломаем голову, окай. Окаюшки. Тут никак. Если я сюда, он ко мне подойдет. Я думаю, что... Я думал вперед пройти, но нет, так тоже не прокатит. Медведь, что делать, подскажи мне. Систер мой. Я напоминаю, что это моя сестреночка борзая. Так, ну вот, в принципе, сюда же. Вот, ну чё, а чё я раньше-то тупил, я понять не могу. Какой-то капец. Стрём. Так. Нет, туда я не пойду, иначе он меня схватит. Значит, мне нужно сюда. Как-то его выманить. Медведь. Он бежит сюда. Если я сюда встану, он за мной. Все, мы обдурили медведя. Бежим скорей. Есть. С какой попытки, я не знаю. Тут в принципе очень все просто и легко. Почему я сразу не заметил это, не знаю. А это что за статуэтка такая? Мне ее явно надо собрать. Так, значит. Мне выманить нужно медведя. Блин, сколько у него здесь ходов. Он и так, и сяк, и по диагонали может. Как захочешь, может. Медведь, давай сюда. Беги ко мне. Беги. По самой длинной дистанции беги. Ага. По желтой я не могу. А, нет, могу по желтой. Но а что мне это даст? Мне это ничего не даст. Ну ладно, давай сделаем. Теперь я здесь. В принципе, вроде бы дорожка освободилась. Он сейчас сможет... Да, он сейчас сможет... Статуэточку берем. В кармашек положили. Миша согрелся. А, это была плохая идея. Не додумал. Эх, черт подери. Сейчас все комбинации перепробую уже. Мишка. Мишанечка. Ну давай, иди сюда. Он рычит так страшно. Я никогда не мог подумать, что моя сеструха может вот так вот рычать. Так, обдурили его. Он бежит за мной. И смотри, фишка в том, что если я туда... Ему, его надо заманить вот сюда, вот на эту сторону. Хм, и как мне это сделать-то теперь? Подожди, вот же как мне надо было сделать-то. И все, теперь бежим сюда. И он нас не достанет. Вот как надо было это сделать. Наконец-то допедрил. Да, мозги тут нужно немножечко поломать. С какой попытки? Я не знаю, наверное, с 10-й попытки я прошел эту головоломку. Ладно. Дальше. Мы можем напрямую не смотреть. Короче, у нас тут по самой длинной дистанции нужно пройти. А это говорит нам о чем? О том, что Мишку надо куда-то вот на эту сторону заманить. Вот на эту сторону. Допустим, Мишань. Мишань, давай беги. Давай беги. Вот так вот. Смотри, если я сюда, он сейчас побежит за мной. Раз ход, уже два хода.
два хода, и пока я буду... Ну, давай попробуем. Я, конечно, знаю, что он сейчас по диагонали шлепнет меня. Здесь, если встану, видишь, что все, мне крендец сюда. Ну, подожди, давай-ка сюда встанем. Ага. А, ну тут вот так. Все, короче, по длинной дистанции его тоже нужно гнать. Мишань, пошли. Значит, мы сейчас побежим вот так вот. Бежим сюда, он там встал. И теперь я его сюда. Мишаня. Давай, не дрейфь. Не дрейфь. Опа. И он там встал, а я такой здесь. И у меня... Ну, давай попробуем. Он сейчас здесь сагрится. Угу. И у меня... Я сюда встаю, он сюда, и у меня еще два хода останется. Два хода... В принципе, должно, хотя... Нет, не хватит. Отсюда он может вот сюда пробежать. Блин, ну давай попробуем все равно, чё бы нет. Побежал. А, да, вышло, смотри-ка. Успел. Ха! Все, это последний лабиринт же был вроде. И золотая статуэтка у меня в руках. Беги! Беги, Броза. Так. Ломаем бошку дальше. Смотри, тут есть какой-то значок. Чё это такое? Да, правильно. Потише. Что ты говоришь? В комментариях написали, что вот этот язык, он реальный, типа, он существует, но мне что-то не верится. Путика чойни рулай. Ладно, следы медведя я вижу. Здесь какая-то пентаграмма. Это же король жаб. Как же тебе помочь? Вот эту штуку не вытащить. А, пойдем к королю жаб подойдем. Можешь меня развяжать? А я такой... Чкуйца. Прости, чувачок, перепутал. О, я думал, он не развяжет. Но все, ты мне теперь по гроб жизни должен. Веревку возьми на всякий, пригодится. Я беременный. Ой, а куда же, куда он ушел-то? Это в карманцы твои? Давай веревку вот сюда завяжем. Я понял. Тут все просто. Веревку вяжем сюда. Давай. Это типа ловушка для медведя, что ли? Кнопку нажмать... Нажимать кнопку нет, не получится. А я думал, ты... Ну ладно. Че скажешь, жаб? Надо ждать, пока пойдет медведь, я понял. А куда нам спрятаться? Ты что, только сейчас пентаграмму увидел, блин? Так, куда нам спрятаться? Куда ж нам спрятаться? Или я что-то еще не доделал? Может, статуэтку поставить куда-то? Во, да, да, статуэтка. Ну и что, все готово? Рыба потолен. Да я понимаю, рыба потолен. Теперь нажмешь на кнопку? Нет, не нажимай на кнопку. Хм. Может его как-то выманить отсюда? О! Ну давай тыкнем туда, конечно. Ага. Нет, комбинация не та. Блин, а где ее посмотреть? Подожди, там на кругу, по-моему, она была нарисована, да? Смотри. По часовой стрелке давай. Треугольник, круг, крестовина... X и S. Так, надо запомнить. Треугольник, круг... А, сейчас, подожди. Современные технологии. Я просто сфоткаю, да и все. Память у меня уже не к черту. Так, фоткаем. Отлично. Пошли. С 4 немножечко. Че память напрягать? Она и так же постаралась в лабиринте. Значит, по часовой стрелочке идет вот это. Ну, давай. Давай. Вот это, потом кружочек, потом вот эта крестовина, потом X и S. S, вот это. Мне это подойдет. Это мне подойдет. Так, сейчас минутку. Еще на всякий пожарный звук отключу, чтобы нам никто не мешал по телефону. Буковку S мы, значит, вставляем вот сюда. S как доллар. А, это змея вообще. И нам нужно... Что нам нужно? Начало змеи. Змею как-то можно развернуть?
Что-то я не совсем понимаю, что нам нужно сделать. Есть огонек. Да, хорошо, я понял. Огонек, это классно. Нам нужно его куда-то... Вот сюда типа загнать. Нам нужно огонек как-то в хвост змеи загнать. И потом по змеи, чтобы он прошел. А как это сделать? Кажется, я понял. Вот ты здесь. Все, я въехал. Короче, нам же тут показано. Вот, ты типа здесь стоишь. Ты сейчас идешь вперед. Ну типа вот, ты вперед прошел. Сейчас, нет, ты идешь направо, как бы получается. Раз, два, три. Потом идет поворот. Раз, два, три, четыре. И потом опять два раза направо. Раз, два. Да, точно. Это так сработало. О. Чё жаб скажешь? Рыба потойлен. Да я понимаю, что рыба потойлен. Может теперь статую взять? Ха, двойник мой. Прикольно. Ой-ой-ой, прячься, прячься за камень. Вот это здорово. Да, рыбополин. Я тоже за камень спрячусь, ты не против? Че, неужели мы сейчас медведя поймаем? Медведя-лосяш. Давай, тяни! Тяни! Он прям на том месте, как вам нужно. Толкнешь его, нет? Интересно, он долго так будет руками махать? Давай толкнем. Шлёйники? Сеструха сдохла. Обманщица. Придуривается она тут. Получено достижение. Реалити чек. Фрадикулу пена? Пена швэля фотне. О, это кто такой? Это что за Оби-Ван Кеноби, блин? Так, бабушка, я видел, что она в ушах ковыряет. Язык высовывает. Забавно, там утка у нас торчит. Тут у нас какая-то монетка, которую так просто не достать. Голуби, 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 смотри, какие дерзкие голуби. Да. Им нужно жрачку кинуть, и тогда все будет пучком. А жрачка у нас может быть в пицце? Так. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Ха-ха-ха. А можно как-то это забрать, листочек? Он, возможно, нам пригодится. Где-то есть какой-то код. А, номер телефона. Но это номер телефона, чтобы пиццу заказать, наверное. Так, допустим, 1, 2, 4, 4, 3, 5. Все, запомнил. Запомнил. С бабулей давай поболтаем. А, конечно, уэлли фотне. Он, короче, спрашивал, вы не видели наш дом? Она такая, нет, я не видела. Ваш дом. Что насчет уточки? О, жабсы, прикольно. Это ж наш кошак и наша собака. До сих пор гоняются. Ага, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, хочу попробовать нажать на... Вот, да, вот сюда. Нет, так не получится. Чуцаки пицца. Говорит, хочешь уточку, давай мне пиццу. Ясно. Че, можем позвонить, можем как-то с жабами разобраться. Че с жабами у нас тут? Братюнь, отойди, ты мешаешь мне. Так, красный, оранжевый, синий, зеленый, коричневый колпак. И что это нам дает? Стой, подожди. Красный самый высокий. Значит, получается, что красный, возможно, самый... А у него и тут тоже шляпка красная. Какая-то логика тут должна быть. Ага, да, мы их поднимаем. Все понятно. Ну, допустим, давай сделаем так, как я думаю. Красный самый высокий. Оранжевый, оранжевый. Этот зеленый. А, нет, это не так работает. А как это работает? Как же это работает? Странно. А, я только сейчас обратил внимание на крышу домов. Ёкарный. Значит, а, подожди, коричневая здесь. Синий. Синий у нас получается самый низкий. Мы его опускаем. Коричневый. Коричневый он типа. Типа. Сколько у нас этажей? Он двухэтажный, да, значит, два этажа. Это третий этаж. Два этажа.
Синий одноэтажный, зеленый трехэтажный, то есть самый высокий. Вот так вот. Потом идет красный, он двухэтажный. Совпало! Все совпало! Ёпарный это театр. Не дотянуться? Не дотянулся. Теперь надо заказать пиццу. Давай попробуем. Давай попробуем, конечно. А, монетка нужна. А монетка? Ха-ха, какая... Какое, блин... Тут недоразумение вышло у нас. Монетка в дерево висит, а к дереву... Фу, бабушка серой кормит голубей. Ужас-то какой. Ладно, пойдем сюда, пройдем. Батон есть. Подожди-ка, батон. Дотянешься, нет? Нет, он... Дай руку. Ну давай, руку, руку ему дай. Ой, рыбка даже есть. Ага. Ну хлеб-то бери. Хлеб нам пригодится. Дружище, давай поболтаем. Накрутил цены. Он нам скажет, если мы ему принесем 4 уточки. Вначале он хотел сказать 3, но потом такой, нет, лучше 4. Как раз у него 4 пальца, поэтому он 4 и показал. Он так это прикольно произносил, аж я не могу. Это очень смешно было. Так, ладно, значит, батон достаем. Батон. 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 Что-то не кидается он сюда, батон. Блин. Я-то думал, голубям может быть его, но нет. Это не так работает. Черт подери. Так, ладно, подожди. Я подошел сюда. И вот теперь я, наверное, смогу им батон дать. Батон будете? Ага. Она отвлекла их батоном. Хавайте, хавайте. А теперь нужно понять, как достать монетку. Ой. У нее в голове спрятался голубь. Красавчик. Монетка есть. Так, пойдем посмотрим еще раз номер телефона. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Все, окей. Идем звонить, значит. Сейчас полицию вызовем. Скажем, здесь все куплено. Да, есть у меня монетка, ну что ты? Вот, кидай. Алло, алло, алло. Итак, давай я позову... А, здесь нуля нет, прикинь. 911, можно вызвать? Алло, Питика? Позвонил в 911 и говорю, алло, это пиццерия? Кстати, ты заметил, что я кому-то позвонил, а монетка-то ушла? По идее, чтобы еще раз позвонить, нужно еще раз монетку кинуть, но... Так, значит, давай набирать 1, 2, 4 там было. Да, 4, 4, 3, 5. Алло? Черт. Там как-то нужно что-то положить. А что там было? Я вот не помню, что там лежало в пиццерийной коробке. А можно отсюда выйти как-то? Ну, давай, крестик. Не, бро, это не такая пицца, мы такую не умеем делать. Подожди, или он привез пиццу? Он такую пиццу привез? Реально? Я что, угадал, что ли? Подожди. Подожди, я что, серьезно угадал пиццу? Дай-ка я в коробку посмотрю. Ну, я вообще нифига не угадал. Здесь как бы ничего. Здесь грибы, помидор, листва. Вот какая пицца должна быть. Грибы, помидор, листва. А здесь ничего. Так. Ладно. Чувак, я принес пиццу, но ты, скорее всего, скажешь, что это не такая пицца. Чего? Ну да, он сказал, что эта пицца не та. Наверное. Я так предполагаю. И он нас послал далеко и дальше, чтобы мы принесли ему другую пиццу. Мы сможем позвонить еще раз? Да, мы можем позвонить. Какую пиццу вы хотите заказать? Значит, у нас есть гриб, помидор, листочек и ничего. Вроде бы все вот так выходит.
Это мы и заказывали, кричат ребятки. Ну, вот эта пицца должна зайти нашей уточке. Уточка, блин. Какой-то мужик сидит, балуется там, за кустами. Кажется, понравилось. Да, все. Значит, мы забираем уточку. У нас две уточки есть. Окей. Две уточки. А куда нам две уточки нужно было? Бабусь, давай поболтаем. Ох, нифига себе. Белка, вор, топор, голубь. И я не знаю, кто это, но вроде как конь. Вроде как конь. И чё ты хочешь сказать этим? Что я должен сделать? Я должен из этого что-то выбрать? Ну давай, типа голубь. Нифига себе. И чё? Сработало? Подожди. Крест. Все, я кажется, нам каждую историю нужно посмотреть. Угу. То есть вот мы историю узнаем, смотри. Получается, что вначале она скакала на кошке. Ой, на кошке, господи, на лошади. Потом прибежала белка, схватила. Бабуля, конечно, мощная. Сынку, дала мне быстро. А, ну и вот теперь тут с топором. Получается, значит, ромбик идет, потом сердечко. Мы тут можем выставлять? Вначале идет... Нет, не так. Нет, все не так, не так. Все понятно, как тут работает. Значит, идет ромбик, потом сердечко. Потом топор. Чук-чук-чук-чук-чук. И что дальше? Скорее всего, голуби. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Угу. Потом идут голуби. Да. Посмотрели, значит, мы это уже. И потом получается вор. Ах, негодяй какой. Так, значит, получается ромбик, сердечко, кружочек, крестик и вот эта штучка. Правильно? Ой, ну, вроде бы получается правильно. Сейчас я тоже сфоткаю, схитрю. Потому что, мало ли, там запуталась память у меня уже. Не к черту. Значит, выходит. Выходит у нас что? Идет вначале ромбик, сердечко, потом сердечко. Нет, крестик, нет. Хотя, да, крестик, кружочек и звездочка. Открыли? Че, не открыли, что ли? В смысле не открыли? После белки у нас... все, да, неправильно. Даже с фоткой я не... Ты представляешь? Но я на самом деле на фотку не смотрел, по памяти пока делал. Ромбик идет у нас, потом у нас сердечко, потом у нас кругляшок, вот так вот должно быть. Вот. Да в смысле нет? Вначале ты на коне, потом с белкой, потом пришел рубить тебя кто-то, потом крестик и... Я же все правильно нажал. Че нет-то? Сфига ли это нет-то? Давай еще разок. Потом ты с... То есть, ну, сердечко — это белка, поднялась на дерево, пришел чувак с топором, это кружок. Он тебя рубил-рубил, потом... Потом это... Потом голуби тебя спасали, и потом воришка. Разве нет? Так, давай еще раз посмотрим. Нет, это не то. Все понятно, я запутался. То есть, вот, вначале вор. Шла бабка по улице, вот какая история. Да. Да-да-да, все. Так, вначале получается вор. Потом получается вот так. Вот так, так и вот так. Вот. Е-е-е-е. Хо-хо. Все ништяк, давай нам утку. Три утки у нас есть.
Это хорошо. Три уточки. А четвертую где нам достать? А где нам достать четвертую? Кто бы нам помог ее достать вообще? Мусорку? О, мусорки давай покопаемся. Можно в ней покопаться? Поглифуса. Да, пахнет отвратительно. Короче, нам нужно какую-то прищепку на нас найти, чтобы она смогла туда залезть. А где мы прищепку эту найдем? Где прищепку бы взять? Бабуль, у тебя есть прищепка? Нет, про прищепку они даже не подумали спросить, ну, что логично. Ладно, пойдем к этому чуваку. Может, у него тут... О, гляди. Давай. Офигеть. Фея старикаш. Значит, прищепка у нас есть. Отлично. Ой, ты что, схаваешь его? Фу, он без трусов улетел. Ужас какой. Она съела его трусы. Отвратно. Хорошо. Нам нужно теперь прищепку надеть на нос. Кто полезет в мусорку? Ну, конечно же, девчонка. Надевай. Ладно, прям на мусорку давай. Да. Теперь ты можешь там поковыряться. Нет, самолетик нам не нужен. Давай дальше ищи. Там по-любому уточка должна. Да. Четыре утки у нас в кармане. Может, хватит там ковыряться? Все, там больше ничего нету. Конечно, ничего нету. Там стаканчик и еще пакетик лежит. Группа... Уточек из четырех уточек. Группа уточек из четырех уточек. Отличное название для нашей группы. Все, я принес тебе то, что нужно. Отлично, на. Кватотре тебе. Чего? Нифига не понял. А можно еще раз? Все, я понял. Кажется, понял. Кажется, понял. Давай еще разок. Для тупых. Короче, каждая утка, которая финиширует, отдает оставшуюся энергию другой утке. Вроде бы как. Вроде бы как так. То есть смотри, вот. А, нужно, чтобы финишировала одна утка. Да, получается, нужно, чтобы одна утка финишировала. Тут вот есть показатель энергии, который затрачивает утка. То есть сюда надо плывет 25 энергии, сюда 50, 75 и 100. У нас всего 4 утки. И нам нужно грамотно распределить их энергию. Вроде бы как. Да, 25. 25. Значит... Давай вот это вот 25 пока что вот так вот сделаем. Ага. То есть нам нужно, чтобы в каждой утке как минимум... Так, 25. Да, по 25 осталось хотя бы в каждой утке. Так, плывем сюда. Или нет? Фиг его знает. Ну как бы каждая утка вроде бы... Все, 25 осталось. Ага. Сюда сотня нужна. Нет, здесь сотня тратится. Так, все понятно. Все, стой, все, назад. Значит. Блин, а как это грамотно-то сделать-то? Нифига себе, вот это поворот. Жестко. Короче, нам нужно вот эту утку. Сейчас она, короче... Нет. Короче, она должна доплыть сюда, взять флажок и доплыть обратно. Еще и должно хватить энергии. Нам сейчас нужно грамотно расставить здесь уток. Так. Здесь 50. Допустим, здесь 50. То есть, вот так вот. Здесь обязательно уточка должна быть. Я могу сейчас, в принципе, энергию передать. 25, да? Там сотка. Это отсюда сотня, что ли? Нет, до сюда сотня потратить. Или отсюда сотня потратится, чтобы обратно уплыть. Вот непонятно, как это будет работать.
Так, давай вначале до туда полностью доплывем, посмотрим, сколько энергии у меня потратится. 25. А, везде по 25. Отлично. Так, здесь 25. Ты теперь идешь сюда. Отдаешь энергию наверх. Всю энергию наверх. И вот. Да, нет. Нет, это не так. Это не так. А как тогда? Покажите нам еще разок. А, нифига себе. Все, я понял. Мне нужно еще обратно вернуть всех. Все утки. Офигеть, вот это жесть. Вот это сложно, конечно. Так. Ну, я понял, что. Что, в принципе, энергии мне должно хватить. То есть, все. Я, кажется, въехал. 25, да. Да, все, я понял, как нам тут все сделать. Вроде бы, как все сделать, я понял. 50. Значит, вот это отдает. Блин, нет. Так, нам не хватит энергии. Нам так не хватит энергии. Нам нужна еще одна утка. Вроде бы как. Так, получается. Здесь мы отдаем энергию. А, вот здесь мы тоже отдаем энергию. Теперь плывем сюда. Взяли. А, доплыли. Блин, по 25 у всех. Как же тут все замудрено. То есть нам сейчас осталось только на один путь назад, и все. Так, ясно. Значит, так не прокатит. Так. Верхняя утка, она должна быть самая последняя, которая отдает энергию. И она где должна стоять? Она должна стоять где-то, наверное, перед финишем. Сейчас, подожди. Я, кажется, понял, как это можно сделать. Значит, она отдает энергию сюда, а мы отдаем энергию вниз. Вот. Нам нужно сделать так, чтобы она отдала всю энергию, как бы вот эта уточка, и смогла уплыть назад. То есть я еще... Ага. Вот так вот. И теперь назад мы эту утку отпускаем. Вроде бы как так. Теперь я могу проплыть вперед. То есть раз, два, три. Да, мне на три раза хватит. А если мы еще энергию ему подкинем? Так, подожди. Вот так вот плывем сюда. Ты тоже сопровождаешь. Хотя я не знаю, надо ли тебе сопровождение или нет. Так, 75. Если я сейчас еще... Смотри, я сюда сделаю. Блин, как-то я не так сделал. Что ж мне нужно-то? Так, подожди. 25 энергии, да, получается? 25-50 остается. Сюда у меня останется 25, чтобы назад вернуться. Вроде давай попробуем. Вроде должно прокатить. Вот так. Блин, а может и не прокатит. У этой останется 50, 50, 25 должно. А, и она, блин, не прокатит. Она же отдаст энергию, маловато будет ей. Черт. Ну да, и маловато будет. Ох. Замуторно это все. Замуторно. Здесь как бы стопудово верхнюю она вся, всю энергию должна отдать сейчас. По-другому не получится. Сейчас будет думкать. Залип немножечко с уточками. Ну ничего, сейчас быстренько размотаем всю головоломку. Так, ты возвращаешься обратно. Она на финише. Все, получается, что нам нужно... Нам нужно что? Вот у нее есть сотня. Она может сюда проплыть. Угу. Она туда проплыла. Давай.
Это получается, я три раза могу сплавать, здесь у меня будет ноль. И мне нужно обратно как-то вернуться, правильно же? Так, 75. Блин, надо было его оставить все-таки там. Эх, затопил мальца. Так, подожди. 75. Если я еще 25 скину, она обратно не сможет вернуться. Вот, она вернулась обратно. 75 и 75. А, это вообще мало. Мало, очень мало. И там, и сям маловато. И там, и сям маловато энергии. Как же так вот можно передавать энергию? Можно было бы через... Подожди, давай сейчас мы отсюда отплывем. Нет, так энергию не передает. И что ты сделал опять? Блин, такая же ерунда получилась. Что, неужели нужно всех уточек задействовать? Ох. Так, утки, как вас обратно-то всех вернуть? Короче, смотри, у каждой утки есть возможность доплыть до конца. Правильно? Правильно. Но нам зачем все утки, которые доплывут до конца, правильно? Правильно. Значит, нужно оставить две. По логике вещей. Нужно оставить две. Вот эту. Так, давай мы так и сделаем, наверное, если у нас, конечно, хватит энергии. 90. Нет, так не получилось. 50 и 50. Можем вернуть. А, наверное, вот эту утку здесь надо оставить. Кстати, реально, если мы ее здесь оставим... О, я понял, как ее решить, эту головоломку. У меня только сейчас дошло. Только сейчас дошло. 50, 50, 100, 100. Значит, мы плывем. 75. Ты тоже плывешь сюда. Раз, два. Правильно же? 25, 50. И должно хватить назад. Вроде бы как. Подожди. Вот так вот сделаем. Взяли флаг. Вот, отлично. Теперь вот так. Вот и все, головочка решилась. Все просто. Все просто. И все. Нужно было немножечко посидеть, подумать. Все гениально просто. Вот так вот. Е-е-е. Уточки в кармашечке. Спасибо за флаг. Что происходит, я не понял. Оу. Бабусь, пока. А, это вор был, прикинь, он пиццу заказывал от нас. Бабусь, ну ты мощная. Так, так, так. Мы летим с гоблином. Можем выпустить парашют у него вроде бы как. Либо что-то сделать с девчонкой. Девчонка. Нет, никак. А до парашюта дотянетесь? Нет, не дотянетесь. У нас в сумке что-нибудь есть? Нифига у нас нет. Можно, можно, можно. Что можно? Нельзя. Так, клюв, клюв. Ага, понятно. У нас, в принципе, руки связаны. Мы ничего не можем сделать, кроме как дотянуться до вот этой штуки. Но как мы дотянемся, если нас держат здесь? Вылезти мы никак не можем. Дотянуться мы никак не можем. Если я сюда нажму. Это тоже тянуться, да? Это тоже тянуться. Больше я нажать здесь ни на что не могу. Да, ни на что не могу. Вот это да. А в глаз, если тыкнуть, получится? Нет, не получится. И что мы здесь делаем, ребятки? Воду, на воду не потыкать. На клюв тоже не потыкать, на крылья не потыкать. Да. Да-да-да-да-да. Девчонка, может, ты что-нибудь сделаешь, а? Давай-давай-давай, вылази. Так, а может, когда они вылазят, нажать вот сюда? Нет, так тоже не прокатит. Пощекотите его за пятки хотя бы, я не знаю. Что-то сделайте, хоть что-то. О, перо можно выдернуть. Отлично, поймали перо. И пощекотай ему пятки.
Давай, 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 вот так вот держим. Держим, 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 держим. Есть? Хватайте, дергайте. Все, давай, пока. Блин, как мне нравится, как он болтает. Что дальше? Перетягивание? А, раскачивать. И куда вы полетели? Ребят, там вроде как вода. Получили достижение. Чего там? Sally Away. Вроде как так читается. Ого, какая лодочка. Выходите, ребят, вылазите, поднимайтесь. Вы где-то в попе. Порти-туки. Порти-туки. Акула, что ли? Да не, ну, блин. Фея, я дед. С трусами причем. И у него же до этого цапля трусы съела. Ну, что расскажешь, дед? Кальмика. Кальмике. Панагрита хойлекун. Как добраться до дома? Подскажешь? Аксиола бухея. Уримагам алойонотохой. Хала леора. Хозе кезезута на. Он нам дал карту. Отлично. Чакапуна. Чакалума. Чакалума. Давай, дедуль, прощай. Проктихуй. Шуци арунгилани. Кучилейки. Хойлекун. Полита чейла. Дом, короче, далеко-далеко. Что ж, а почему камера так вверх поднялась? А, вот для чего. Я просто жму на наш этот, как он, на парус, и мы двигаемся, как будто я дую в этот парус. Плывем, плывем, плывем. Коробочку подберем, нет? А, я могу и просто тянуть. Моржи играет в шахматы. Морж с чайкой играешь, а и тут трусы, флаг. Балдежно, привет. Эй, продуктуко. Торте угила нипу. Как круто, когда тут все друг с другом общаться умеют. У них как будто свой универсальный язык существует. Ну ладно, ребят, спасибо, мы поплыли. Я надеюсь, трусы не нужно было у них брать. Что-то мы далековато плывем. Нам точно туда? О, а вот и остров. Ты откроешь этот сундук? У тебя ключ-то есть? Ага. Ух ты, ух ты, ух ты ж. Братенька сожрали. Че, ты за ним прыгнешь? Что? Что это такое? Вниз спуститься? Подожди, давай еще раз с ним поболтаем. Мой братюня у тебя в животе. И он такой, а он просто, ну, рыба не умеет разговаривать. Они просто рот открывают и все. Ладно, давай занырнем вниз. А, тебе нужен, понятно. Ей нужна трубка. Поплыли назад? Я уверен, что мы здесь найдем у кого-нибудь трубку. Чуваки. Чупкала. Торте хуха. Принеси нам рыбу, и он что-то придумает. А где мы рыбу достанем? Муха. В книжке про мух что-то написано. Можно полистать? Ох-ох-ох-ох, сколько тут всего. Сколько тут всего. Нифига себе. А, кажется, вот с этой штуки можно сделать трубку. Вроде бы как, да? Подсказочка. А где такую штуку встретить? Мы ее вообще встречали? В коробке есть что? Нет, в коробке. В коробке ничего. Так, вот это что? Это фигня. Это мы отсюда приплыли. О, стой! Подожди! Рыба.
Дашь мне вот эту штуку? Пожалуйста. Слушай, ну рыба, она крутая. В какой-то веке мне кто-то что-то отдал просто так, за даром. Возьми бутылку, что ли? Ну ты жопа, осьминог. О, так, ладно, пойдем заныривать. И спасибо тебе, что намекнул про рыбу. Тортегуга? Чайка все равно говорит что-то про рыбу. Ну что, давай занырнем. У нас вроде все есть. Попробуем. А, она сейчас скажет, а очки? А, она без очков, она крутая. О, там еще и дед внутри. Ой, это круто. Так. Если нажать вот на эту штуку, что получится? А мы не достанем. Мы не достанем. Да. Дедуль, привет. Червей, ему червяки нужны. Так. За краба схват... Ага, понятно. В книге комбинация же была. Все теперь понятно. А вот и червяк, слушай. А, до червяка нет, так просто не доплывешь. Вот эту штучку вроде можно было отравать. Вот это вот. Вот, подожди. Вот сюда. А, понял, это отверстие. Угу. Жопы. Попки. Поднимаемся снова наверх и пошли книгу почитаем. Поднимайся наверх. Надо запомнить комбинацию, которую нужно нажать на животе этой рыбы, на брюхе ее. Поплыли. Книжка. Помоги-ка нам. Значит, назад листаем. Смотри. Сперва. Так. У этой рыбы глаз. На самом деле тут вообще нифига не понятно. Тыкнуть в глаз нужно вот этой штуки. Медузы. Какие-то кляузы тут. Ну тут явно что-то, вот какие-то подсказки есть, но не совсем понимаю. О чем здесь? А что нам осьминог-то говорил? Что ему нужно? Что он хотел? Осьминог. Осьминог. Что тебе нужно? Он просто говорит, что это бутылка его, и он как бы не собирается ее отдавать. А если нажать вот на бородача, что-то произойдет? Или ты все равно бутылку хватаешь? Понятно, что ничего не понятно. Ладно, возвращаемся назад. Морж, ты что-нибудь скажешь? Тортегуга? Нет, Морж ничего не говорит. Угу, понятно. Морж опирается на чайку. Ладно, давай заныриваем. Сейчас будем методом тыка разбираться. Методом тыка. У тебя должен быть глаз. А, о! Ух ты, ух ты. Подожди-ка. Все, теперь я понял. Чтобы червяка приманить, у кого, как червяка приманить, кем, чем? Вот этой штукой, может быть? Нет, этой штукой ты не приманишь. Может, там реально комбинация какая-то была в книге все-таки? Да, еще раз возвращаемся к книге. Раз мы можем вот эти вот все штуки менять, значит, посмотрим еще раз книжку. Так, все сложновато становится. Значит, идет у нас, получается, вот такая вот штука, потом такая, потом рыба и глаз, вроде как. А тут медузы вот нарисованы. Да тут все нарисованы, если честно. Так, у меня есть идейка. Все это нафиг отфоткать, занырнуть. И там уже решать эти вопросы.
Значит, тут у нас такая штука. Дальше у нас такая штука. Потом такая штука. Ну, тут можно было не фоткать. И такая штука. Ну и скелет. Скелет как бы... Ну, зачем скелет фоткать, правильно? Все. Пошли нырять. Что-то где-то вот ответ тут прям рядышком тут кроется, но нам нужно вначале разгадать вот эту штуку. Итак, возвращаемся. Возвращаемся к первому листу. Там было написано, что вот такая вот штука должна быть, потом такая штука должна быть, потом рыба-капля должна быть. Сейчас мы рыбу-каплю здесь сделаем. Рыба-капля, вот. И в конце глазастик должен быть, вот он. Я его сделал. Я все сделал. Может, теперь дед сможет поймать? Дед, ты сможешь поймать что-нибудь там? А, ну ему же червяк нужен, который вон там вот плавает. А он никак его не даст. А в коробке есть что? Пират. Ага. Достанешь пирата? Нет, пират не достает. А, вон оно что. Так, ладно. А унитаз? То есть мы сейчас на самом деле этой рыбе помогли, потому что у нее был запор из-за этого пирата. Но теперь все ок. Но зачем унитаз-то здесь? Для чего он? Непонятно. Так, давай мы возьмем этого пирата. А, все, теперь я въехал. Теперь я въехал. Для чего нам этот пират? Это ж кукла. Едем к осьминогу. К осьминогу. Сейчас мы эту куклу отдадим, а он нам бутылку даст. Так что зря я эту книжку фоткал. Это была такая себе идейка. Так, держи пирата. Че, пока ля-ля-ля. Как все интересно. Напугал игрушечным пиратом осьминог здоровенного. Что в бутылке? Светлячок. А, муха. Понятно. Об этом в книге тоже говорили. Об этом в книге тоже говорили. Она нам нужна. Подожди, а если я муху на книгу наведу? Так, у нас здесь есть секрет. То есть книга все равно нужна. Подожди-ка. Подожди-ка. Здесь что-нибудь у нас есть? Как прикольно сделано. Значит, вот! Вот комбинация. Да, то есть я был прав. Здесь есть комбинация. Значит, вот эта штука, это двойка. Вторая. Здесь у нас сердечко. Так, тут есть что? Вот это третья, получается. Тут ничего. Это третья. Тут пусто. Этот четвертый. А первый кто у нас? А первый у нас вот такая рыбка. Тут вроде ничего нету. Ну, здесь тоже вот как-то вот так вот что-то написано. Но это нам не шибко нужно. Так, ну чё, вроде бы я все запомнил. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Опаньки. Итак, начинаем. Снова отфотканный мой материал открываем. Получается, что у нас... Так, я правильно все отфоткал? Вот, да. Получается, что у нас первая вот эта вот рыба. Сейчас я ее выберу. Где эта рыбка? Вот эта вот рыба. Потом второй у нас идет. Что у нас второй идет? Ладно, давай в обратном порядке. А, нет, это... Сейчас, минутку. Второй у нас идет вот такой вот чувачок. Вот он. Потом у нас идет вот такой вот чувачок. Где он? Пролистал, походу. Вот, вроде да, он. И потом у нас идет рак. Ох, какая рыбина мощная получилась у нас. А где... А, я превратился в эту рыбину? Что ли, или как ли, или... Поймали! Ништяк. Червячочек у нас есть. Нам сейчас его нужно будет скормить.
Он, знаешь, превратился в электрического угря. Почему он здесь тоже электрический? Непонятно. Так, нам этого червячка нужно скормить. Это рыбине. Есть. Теперь мы сможем ловить рыбу, вроде бы как. Ловить рыбу в рыбе. Гениально. Дружочек, ты мне нужен. Отдай червяка дедуле. Сейчас-то поймаем рыбку с тобой, куртуру. Так, рыбу поймали. Ага. А зачем? Ну давай вантус на унитазе попробуем. Посмотрим, что это нам даст, конечно. Ключ. Круто. Так, рыбу нам теперь нужно вот так вот. Странно, что она не уплывает. Очень странно. Она вроде как живая. Рыбу нам нужно отдать чайку. А, подожди, а ключ ты можешь тоже через попку? О, отлично. Забирай. Теперь отдаем рыбу чайке. Ключом открываем сундук. Если мы до него, конечно, доберемся. Сейчас попробуем. Пучикала фукулулу. Это неинтересно, у тебя есть ключик. Ты сможешь открыть, нет? Рисковая девчонка. Давай, запрыгивай. Ой-ой-ой-ой, только не падай в рот, пожалуйста, ему. Угу. Ладно, пока, значит, с ключиком, да, я понял. С ключиком пока не будем торопиться. Ну чё, чайка, день твой настал, я притащил тебе рыбу, на. Ха-ха-ха, морша передел. О, вот это нормально она его. А, теперь с чайкой надо сыграть. Это типа крестики-нолики, да? С крабами. А я-то думал, они в шахматы рубят. Так, получается, мне нужно в ряд собрать. Ой, как нифига себе. Подожди, как это так? Как это так? Я думал, они по клеточке, но нет, они не по клеточке, нифига. Так. Как здесь все замудрено? Мне 4 штуки надо. 4 штуки надо. Давай сюда. А, он первый собрал 4 штуки. Ладно. Давай еще разочек, что ты? У меня с первого раза не всегда все выходит. Вот вроде бы элементарная игруха, но нет. Нифига. Но нифига. Значит, тут два краба. Тут два краба. Надо собирать, где больше крабов. Если вниз спустить. Вниз спустил. Два вверху у него. Теперь у него... Блин, ему... Ай, подстава. Подстава подстав. Так. Сейчас, тихонечко. Тихонечко, кажется, сейчас может получиться. Нет, хотя не может. Так. Мне нужно как-то... Есть идейка. Есть идейка. Да, обдурили, наконец-то. Ха-ха. Все срослось, все получилось, я тебя выиграл. Ха-ха, все, он полетел. Доставать моего братюнька, видимо. А, сперли сундук, вон оно что. А зачем ты его туда-то кинул? Можно было и на плот поставить. На, поплыли, чё. Открываем сундук. Чё ж в нём, интересно? Антенна с Бодникова. Офигеть. Есть где-то подлодка, которой мы можем управлять. Нифига себе. Так. И нужно как-то выбраться, да, я так полагаю? Отсюда, на этой подлодке.
Главное выбраться, а не... Опс. Давай сюда, 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 сюда. Вот, отлично. А, тут тупик тоже. Ну, тогда этот тупичок мы сейчас вот как сделаем. Отодвинули. И там можно проплыть, да? Кажется, можно. Ага, ага, давай, 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 наверх, 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 наверх. И вот и мы. Мы доплыли. Че дальше? Спускаемся под воду? О, сейчас реально под воду. Под воду нырнем. Залезай в нашу подводную лодочку. Четко. Пират, который гонит осьминога. Вот это да. Пес с собакой здесь, под водой. Офигеть. Ну ты пес мощный. А вот и я. Ага, огонек этот прячется. В общем, я предлагаю здесь остановиться, потому что мозги мои уже изрядно так подисчерпали серое вещество. Особенно последняя игра с крабом, она прям что-то дала о себе знать. Говорит, типа, иди-ка ты отдохни, что ты тупишь. Поэтому я иду передохну. А ты не забудь поставить лайк под этим видео, подписаться, если еще не подписан, на Яндекс.Дзен, также подпишись, все ссылочки в описании. Ну, а на этом все. Увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи!